С завтрашнего дня вступают в силу изменения, внесенные в указ главы ДНР Дениса Пушилина о введении режима повышенной готовности. Подробности в нашем следующем материале. С 10 февраля, согласно последним изменениям, сокращается с 14 до 7 дней срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19. Посещение учреждений культуры, спорта, досуга, предприятий общественного питания, развлекательных, зрелищных, досуговых, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий разрешено только при наличии у посетителей документов, подтверждающих либо получение прививки против COVID-19, либо диагноз о перенесенном заболевании. При этом обслуживание клиентов в отделениях Центрального республиканского банка, как и ранее, будет осуществляться в привычном режиме, то есть без каких-либо справок, но с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Полностью запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах. Проводить спортивные мероприятия с участием детей можно только при наличии соответствующего заключения органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор. До 20 февраля на предприятиях необходимо обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших коронавирусом не более 6 месяцев назад, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания.